Традиция сбора березового сока давняя, и с приходом весны любители этого дела устремляются в лес. И тут же возникает вопрос, насколько это гуманно по отношению к природе? Это очень негуманно. По отношению к кому? И правда ли, что березовый сок – это панацея от всех болезней? Собираем специальные средства по борьбе с коронавирусом. Или его польза слишком преувеличена? Отправимся в лес и все выясним. Всем привет, дорогие подписчики. Сегодня мы в лесу. Идем подсачиваться. Влад, тут столько много берез. Конечно же, сбор сока вредит деревьям, особенно если это происходит варварскими методами. Во-первых, сбор проходит весной, в то время, когда дерево только пробуждается ото сна. Это очень уязвимый период для растений. Процессы в них только налаживаются и ускоряются, а тут такой стресс. Во-вторых, повреждение коры и древесины – это ходы для спор паразитических грибов, которые со временем разрушают древесину и приводят дерево к гибели. В-третьих, потеря сока после сбора продолжается, и дерево в буквальном смысле истекает кровью, а следовательно, не получает тех питательных веществ, которые нужны для раскрытия почек и листьев. Отсюда замедленный рост и угнетенное состояние. В разумных количествах и правильно организованный сбор сока не сильно повредит деревьям. Здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня мы покажем вам о том, как мы добываем средства от нового вируса. Не нужно собирать сок с молодых, неокрепших деревьев. Лучше выбрать березу потолще. Диаметр ствола должен быть минимум 20 сантиметров. У нас есть подготовленные вот такие вот уголочки, оцинкованные. Самой большой березы можно собирать не более 7 литров в сутки, но оптимальным считается 3-4 литра. Но это не значит, что вы каждый день будете собирать по 4 литра. Один раз собрали, а дальше нужно дать березе передохнуть. Пришли на первый чекпоинт. Итак, друзья, мы вернулись через 5 часов на место, куда мы ставили бутылочки. Там, где мы собираем специальные средства по борьбе с коронавирусом. И сейчас вот мы покажем вам, предоставим то, что у нас получилось. Буквально вот целый, ну, литр мы собрали за вот эти вот там 5 часов. Давайте попробуем, что у нас получилось. Никаких глубоких ран и срубленных веток. Максимальная глубина отверстия должна быть не больше 2 сантиметров. И после сбора сока ее желательно заткнуть, например, веточкой, либо чем-нибудь замазать. Польза березового сока заключается в его богатом составе. Это низкокалорийный продукт, наполненный витаминами, эфирными маслами, минералами и органическими кислотами. Конечно, химический состав и вкусовые качества могут немножко отличаться в зависимости от региона произрастания березы. Амброзия – напиток богов. Я рекомендую вам. Употребление 2 стаканов сока в день в течение 2-3 недель поможет организму справиться с весенней слабостью, авитаминозом и депрессией. С точки зрения фитотерапии, березовый сок – это одно из лучших средств для улучшения обмена веществ. Соком полезно ополаскивать волосы при перхоти, а также для усиления их роста и появления мягкости и блеска. В целом, березовый сок оказывает общеукрепляющее действие на организм, а также повышает сопротивляемость к инфекционным болезням. Вот встретил в Египте наших соотечественников, их замкнуло немножко. Привет, откуда вы? Мы прямо из Шарм-эль-Шейха. Ну, это немножко... Слушайте, ну в этом году отдыхается тут, конечно, превосходно. Самое главное – любить природу и быть человеком, а не хищником. Тогда все будет хорошо. Будьте здоровы.